Все знают, что такое локальные сети и как работать с 1С по сети. Но выходит ситуация, что сталкиваются с таким моментом, что пускай даже вот компания сначала была маленькая, потом она начала увеличиваться, и, соответственно, больше пользователей необходимо в 1С завести. Пусть это уже сделали, все. Но дальше возникают ситуации, когда все больше и больше необходимо добавить, все больше и больше необходимо людей заставить, ну, не заставить, а работать в 1С, чтобы у них была возможность. И для этого мы настраиваем по сети вот этот вот весь функционал 1С. Так. В плане сегодняшнего вебинара рассказать, ну, пока в этом вебинаре мы планируем рассказать только о файловой базе данных, про общие настройки доступа к папке с файловой базой и небольшие параметры общего доступа к папке. Также расскажу некоторые моменты, с которыми сталкивался при настройке доступа к клиентской базе на основании SQL або PostSQL базы. Итак, все мы знаем, что такое файловая база данных. Это каталог 1С, ну, каталог на компьютере, на сервере, кто чем пользуется, в котором хранится файл базы данных. Он постоянно один, что наименование, что расширение его, постоянно одно и то же. Единственное, что может отличаться, сами понимаете, от размера данных в базе, сам файл по размеру. Итак, одну секунду. Сколько людей уже пыталось настроить доступ по 1С через локальную сеть? Проставьте единичку или дайте знать просто. И какие основные моменты у вас, на чем вы остановились были, что не дало возможности дальше настраивать? Если были такие люди, то уже пытался настроить. И в чем были основные проблемы? Ну, то, что 1С тормозит, это уже зависит не от компьютера приемника, а зависит от как сервера, который используется как основной компьютер, так, возможно, и от качества локальной сети. По поводу того, что не все данные синхронизируются, ну, тут в зависимости от того, каким образом вы настроили саму работу. Можно настроить, что на каждом компьютере своя база данных, а потом можно синхронизироваться с главной базой, или просто напрямую можно было подключиться к основному серверу и к основной базе. Но тут уже в зависимости от ваших требований и возможностей необходимо исходить. Итак, при настройке
общего доступа к папке, в которой хранится база данных, необходимо понимать, что так как вы находитесь в одной сети, то необходимо, чтобы доступ к этой папке был, так бы сказать, постоянно при включен, ну, сервер, компьютер, который используется как сервер, он всегда постоянно и так включен. Но необходимо помнить и понимать, что необходим полный доступ к папке с 1С, если вы решили работать по схеме, где база находится на главном сервере, а пользователи подключаются к 1С со своих компьютеров. Ну, понятное дело, что перед тем, как начать работу, то поставили на всех компьютерах платформу, но при в тот момент, когда прописываете адрес к каталогу базы данных, необходимо понимать, что необходимо дать доступ как для всех, точнее, необходимо дать доступ как для чтения, так и для редактирования. Потому что если вы дадите только для чтения, то база данных, ну, она не будет запускаться и будет выдаваться ошибка по поводу доступов. Когда настраиваете доступ к папке, необходимо также, как видите, включить сетевое обнаружение и общий доступ к файлам и принтерам. Для чего это надо? Для того, чтобы в момент, когда прописывается в тот момент, через проводник, если ищется этот каталог, то необходимо, чтобы он был виден для системы. Иначе, если он не виден по адресу, который вы вводите, то система просто не увидит файл базы и будет выдаваться сообщение или то, что не обнаружена база, попытка создать новую, но она будет создаваться у вас уже на компьютере, на вашем личном, и после этого, ну, никакой сетевой работы не будет. Потому необходимо первонаперво настроить общий доступ к папке всем компьютерам по локальной сети. И вот на примере вот этого скриншота, который я предоставляю, необходимо понимать, что когда мы настраиваем, к примеру, гостевым пользователям доступ к этой папке, необходимо понимать, что при подключении к папке мы будем пользователи будут работать у вас на компьютере или на сервере, соответственно. Но это будет не как через RDP, а примерно как вы со своего компьютера заходите на какой-то диск или флешку. То есть принцип будет вот такой вот. При настройке также системы необходимо учитывать, что на последних версиях, извините, на последних версиях платформы вы не сможете без малого количества лицензий запустить, ну, в том смысле, что, к примеру, если у вас есть сервер, на котором база хранится, то туда необходимо поставить определенное количество лицензий, аналогично
количеству пользователей. Можно больше лицензий поставить на случай, если, к примеру, у вас может увеличиться количество пользователей. Но если вы используете систему, что идет синхронизация баз данных, то необходимо тогда на каждый отдельный компьютер ставить ключ, который будет отвечать за правильную работу программы, и чтобы не выдавало никаких ошибок и не заблокировалась, по сути, сама система. Если подключаются к системе на сервере в одной локальной сети, и эта папка уже расшарена на общий доступ, то в списке баз будет прописано просто-напросто обращение к сетевому ресурсу, то есть двойной слэш, адрес, точнее, сетевой адрес компьютера, и уже на этом компьютере папка с нашей базой. В данном случае выходит вот такая вот ситуация. После того, как мы начнем работать, необходимо помнить, что пользователи могут заходить в систему как при помощи пароля или при помощи, к примеру, аутентификации операционной системы. Но для того, чтобы настроить аутентификацию системы через операционку, то это необходимо будет немножко поиграться, но это тоже возможно реализовать. Одну секунду. Так. Итак, когда уже также существует момент, что может быть необходимо будет работать с этой базой, к примеру, удаленно через браузер. Ну, бывают такие ситуации, когда, ну, к примеру, директор компании хочет видеть сам сам процесс, ну, курировать вот это все, проверять наличие оплат, выписанных счетов, все вот это. Но он не находится постоянно в системе, на офисе точнее. Для этого необходимо будет публикацию базы сделать через веб-сервис. Но это уже тема скорее другого вебинара, чем этого. Но это можно сделать, и будет свободный доступ руководителю компании, и не только, но это уже в зависимости от требований вне локальной сети. Но исходя из того, что у нас система просто-напросто настраивается все в одной сети, то доступ у пользователей просто-напросто будет через локальные файлы и локальные папки у обычных пользователей, которым я просто работаю в 1С. Так. И перейдем к особенности доступа к клиент-серверной базе. На секунду, чтобы видеть ваши вопросы. Ну, для того, чтобы, понятное дело, была клиент-серверная база, необходимо
иметь SQL сервер или, ну, в зависимости от того, к чему более лежит душа, это Postgre или что-то другое. Понятно, у вас уже есть база, но необходимо иметь доступ к сети. Ну, точнее, сервер находится в другом месте, но к нему можно подключиться через интернет. Для этого существует два варианта. Или, ну, понятное дело, через RDP подключение, или через, опять же, публикацию базы и предоставление доступа к системе через ярлыки. Ну, публикация через веб-сервис нам даст наиболее широкие возможности, к примеру, опять же, доступ через браузер. То есть не всегда удобно с компьютером ходить, или если есть под рукой компьютер, то необходимо перейти более на логический и более, как бы сказать, оптимальный вариант. К примеру, можно создать ярлык базы, в котором уже прописан адрес базы и вариант аутентификации. И просто тогда можно скинуть этот ярлык пользователю и не, ну, понятное дело, необходимо будет поставить клиентскую версию платформы пользователю, потому что иначе ярлык не запустится. Итак, после того, как мы это все сделали, если бывают ситуации, когда хост, ярлык есть, платформа поставлена, но ошибка выдается, что такой-то хост не найден, то это необходимо более детально разбираться в настройках системы вашей, и в специальном файле необходимо прописывать и необходимо прописывать тот адрес, к которому мы обращаемся. Итак, на сегодня все. Если есть какие-то вопросы, могу сказать, что только для MS SQL. PostgreSQL я не знаю, ну, то есть, потому не могу сказать. Ну, не работал, и потому не могу сказать. Для MS SQL лучше всего, ну, в зависимости от количества юзеров, от количества базы данных, от размера базы данных, необходимо понимать, что, к примеру, вот если в системе работает, к примеру, 5 человек, но база данных, к примеру, за 3 года и занимается какой-то торговлей, то для этого необходимо примерно оперативной памяти до 20, наверное, гигабайт. Ну, тут сложно сказать, тут необходимо разбирать каждый случай детально. Но все зависит от числа юзеров и, конечно же, от размера базы. Потому что если, к примеру, база данных небольшая, а количество юзеров тоже, то достаточно будет от 5 до 10 гигабайт оперативной памяти именно для работы. Ну, к примеру,
три пользователя в системе и база данных там, к примеру, за 2 года, но как таковых операций нету, что 20-30 операций в день. То есть база по своим размерам не сильно большая. Тогда на этом все. Тогда всем до свидания. Хорошего дня. Надеюсь, как-то этот вебинар будет вам полезен. И если что, то обращайтесь. Всего доброго.